Хорошо. Мы с вами пробежечкой будем заниматься, да? Не, а какой пробежечка? Ну, а что мы делаем? Куда мы бежим? Ну, идем до СПД. Да, ну Хорошо. трасса рядом находится. Пойдемте погуляем с ним. Мокро вообще-то, погода не самая лучшая. Ну, мне так сказать, вы меня ранили. Поэтому прогуляемся, прогуляемся. А если я заболею, то есть вам все равно на граждан? Нет, ни в коем случае. Мы Какие бы они ни вам... были, вы не имеете права их подвергать риску. Мы вызовем вам сотрудников ЕМС. Вы что, не переживайте. Ага, даже так, хорошо. Да. Вы же понимаете, за что вы задерживаете? Понимаете. А адвоката вызовите мне, пожалуйста. О, что такое адвокат? Это то, на что я имею право, представляете? А, вы имеете право хранить молчание. Все, что скажете, может и будет использован против вас в суде. Вы имеете право на один телефонный звонок и на адвоката. Если вы не можете обеспечить судье адвоката, он будет вам предоставлен вам государство. Объясни ваши права. Плохо, не понял его последнее что-то. А, хорошо. Вы имеете право на телефонный звонок и на адвоката. Вам и слышу права, все ясно. Так, а можно заново, пожалуйста? Я что-то ничего не понял. Вы как-то неправильно мне что-то сказали, я вообще не понял информацию. Вы поняли, все вы поняли. Ну почему? Я сказал, что я не понял. Пойдемте. То есть вы за меня решаете, понял я или нет, да? Очень удивительно у вас Миранда работа. была зачитана два раза, Один он больше раз не она была обязан. зачитана, во Больше второй. не обязан. Хорошо, встретимся в суде. Хорошо. Что такое суд? Вообще не понимаю, что. Кто Да? судья? Это кто эти люди вообще на этом языке? Ну, вам будет известно попозже. Да, ну ладно. Не переживайте. Хорошо. Обязательно жду. Ждите, конечно, да.